regie Grosini. Grosi, Sivodnia, Predprinimajca, Papitka, Cvitnoj, Revoluzi. Pro Zapadnaja, Apasitsia, At Kasivajca, Prisnat, Resultati, Parlamentskich, Vibarov, I Prisivajet, Kademonstratiam, I Bjesperiatkam. President, Genshina, Emigrantka, Padershivajet, Apasitsio. Что это значит для Груси? Беспорядский бунты, противостояние с Россией, война? Грузини, помните, что случилось с Арменией? Там в результате цветной революции к власти пришел прозападный demokrat Nikol Pashinyan. Он разорвал связи с Россией и попытался связать Армению с Западом. Результатом стала война с Азербайджаном и потеря Нагорного Карабаха. Запад ничего не сделал, чтобы помочь Армении. Вы хотите, чтобы что-то подобное произошло и в Грузии? Вы забыли войну, в которую вас втянул Михаил Саакашвили? Вы хотите еще одной войны? Для Запада грузины, армяне, украинцы и другие народы подопытные кролики. Запад вас поддержит, если возможно использовать вас для создания проблем для России. Если будет кризис или война, Запад вас выбросит. Посмотрите на Украину. Запад превратил Украину в поле битвы в прокси-войне против России. Сегодня Украина разрушена. Погибло более миллиона украинцев. Запад понял, что война проиграна больше не заботится об Украине. Грузины, ваши враги – это люди Запада, которые пытаются заставить вас бунтовать. Самыми злыми и коварными врагами являются так называемые правозащитники. Они делают вид, что поддерживают вас, но на самом деле они вас презирают. Правозащитники – это дьяволы нашего времени. Послушайте хороший совет от жителя Запада. Просыпайтесь, грузины. Спасите страну, пока это еще возможно. Спасибо.